здесь, то мы можем наконец-то выслушать доклад нашего supply менеджера. Виктор Сергеевич, мы вас слушаем. А это я? Да. А я просто завхоз, я. Я, честно говоря, неудобно. Вы да, важные вещи тут обсуждаете, собрали собрание. У меня же вопрос плевый, честно. Мне нужно табличку ее как бы приделать к двери нашего начальника. Вот вопрос такой. Ее лучше что, приклеить или прибить? Вот и весь вопрос. Ну что ж, вы были услышаны. Я предлагаю...